Управление Федеральной миграционной службы идет в ногу с прогрессом. Впервые в регионе лицу без гражданства был выдан вид на жительство Российской Федерации нового образца. Документ оснащен специальным чипом с биометрическими данными человека и даже содержит информацию об отпечатках пальцев своего обладателя. Отныне будут выдаваться только такие документы нового поколения. Этот документ вот мы начали с января 2013 года, но пока, значит, все это отладилось, вот сейчас мы сегодня вручили первый такой документ, по сути дела, гражданину, вернее, не гражданину, а лицу без гражданства. Это является основным документом, который определяет его, где он находится, в каком государстве он имеет правовой статус, может находиться. Значит, этот документ позволяет гражданину уже выезжать за пределы Российской Федерации. Вот. Кроме того, он позволяет ему получать определенный социальный набор услуг от государства, это там получать пенсию и другие социальные выплаты.